я пойду поздороваюсь. Так, подожди. Я быстро. На YouTube. Антону шапку с рогами забыла я. Шадринский. В пакете. Такси сильно быстро приехал, мы не подготовились. Напишите, как картинка. Привет, Каменск-Уральский, Колян. Женя, привет. О, спортсмены выходят. Главное не отключиться. Эдди Крысов идет. Веревочку повесать на шею и продавать. По одному только. Шадрин, кто? Вот не надо больше вообще никогда звонить, все будет хорошо. А звонить, я только трансляцию запустил, все тут же пало, и все, надо трансляцию перезапускать заново приходится. И звонить, говорить, что там плохое качество, тоже не нужно, потому что там вообще все пропадет. Кто камень смотрит, кто там как проехал? Парад спортсменов. Внимание! Дорогие участники соревнований, уважаемые болельщики, пропустил. Мы рады приветствовать вас на стадионе «Торпедо». Сегодня лучшие мотогонщики России из городов Новосибирск, Каменск-Уральский, Ярославль, Уфа, Краснокамск и Шадринск встретятся на шадринском ледовом треке и в острой бескомпромиссной борьбе. Будут бороться за путевки в финал чемпионата России 2019 года. Вон тот синий шапочки победит. Всем спортсменам удачных стартов. Вот в красно-черном костюме. Что-то мне подсказывает, что сегодня он будет первый. Приятных впечатлений и праздничного настроения. А? Мало? Привет, Егор. Где-то наш главный глашатай. Внимание! Ваня пропал. Местное время 13 часов. Начинаем официальную церемонию открытия. Официал полуфинала личного церемония чемпионата опена. России по мотогонкам на льду в классе Russian мотоциклов 500 кубических сантиметров. На наших соревнованиях присутствуют официальные лица. Первый заместитель главы администрации города Шадринска Виктор Николаевич Ермишкин. Сейчас все, опять будет там на 10 минут речи всякие говорить. Главный судья соревнований Александр Николаевич Кагдин, город Тольятти. Олег Герасимов, привет, ты в пути. Валентина Леонова, город Новосибирск. О. Директор соревнований Александр Валентинович Таскаев, город Шадринск. Николас, привет. Технический комиссар Сергей Дружечков, город Шадринск. Николас. Дорогие друзья, представляем вам участников полуфинала личного чемпионата России по мотогонкам на льду в классе мотоциклов 500 кубических сантиметров. В Екатеринбурге. В Каменске напиши таблички чего-нибудь. Андрей Жданов, кандидат мастера спорта, город Новосибирск. Номер один, Андрей Жданов, Новосибирск. Стартовый номер два, Намбаван. Евгений Шаров, Намбату, кандидат Евгений мастера Шаров. Спорта, город Каменск-Уральский.
Стартовый номер 3. Максим Корчемаха. Мастер спорта из города Максим Корчемаха, Новосибирск. Стартовый номер 4. Динар Валеев. Набахо, Динар Валеев. Кандидат в мастера спорта, город Уфа. Стартовый номер 5. Даниил Безматерных. Первый разряд, Паев, город Даниил Краснокаменск. Краснокаменск. Стартовый номер 6. Андрей Афанасьев. Первый разряд, на город BSX, Уфа. Андрей Афанасьев. Уфа. Стартовый номер 7. Артем Акулов. Кандидат в мастера спорта, 7, город Артем Акулов, Шадринск. Стартовый номер 8. Дмитрий Бородин. Первый Number разряд, 8, Дмитрий город Бородин, Шадринск. Стартовый номер 9. Number Константин 9. Каленкин. Константин кандидат Каленкин. Мастера спорта, город Шадринск. Шадринск. Стартовый номер 10. Рустам Акумбаев. Кандидат мастера спорта, город Рустам Шадринск. Стартовый номер 11. Number 11. Дмитрий Колтаков. Дмитрий Колтаков. Спорта международного класса, действующий чемпион мира. Стартовый номер 12. Иван Сильников. Первый разряд, Number 12, город Иван Краснокамск. Стартовый номер 13. Никита Тарасов. Первый разряд, Никита город Тарасов. Каменск-Уральский. Стартовый номер 15. Number 15. Никита Шадрин. Кандидат Никита Шадрин. Мастера спорта Уфа. Уфа. И стартовый номер 16. Эдуард Number 16. Крыса. Эдуард Крыса. Международного класса. Город Ярославль. Слово для приветствия предоставляется первому заместителю. Ну, суббота, первый день. Завтра народу побольше будет. Виктору и как бы полуфинал. Шадринский народ жадный. За 250 рублей идти на стадион. У нас самые дорогие билеты, кстати. Привет, Шадринск. Гости нашего города. Традиционно сегодня в городе Шадринске стартует Леонид. Ну и у нас и мир 400 стоил. И мы с вами проводим полуфинал личного чемпионата России. Я желаю всем спортсменам честной, бескомпромиссной. А сколько пикселей? 1080 или 720? Доехать до финиша целыми невредимыми, а болельщикам активно поддерживать спортсменов. Спасибо. Официальные слова. Дорогие. Мы в эфире. Кажись, что-то пошло не так. Дима. Дима. А, вот, гимн. Союз нерушимый. Чего? Ну, покажем. В смысле, ну сейчас, подожди, тут. Идет картинка, все хорошо у всех. Юсина Пикча. Все еще картинки нету. Ой, сейчас перезапустим трансляцию. Никто не звоните нам в эфир. Перезапустим сейчас трансляцию, смотрите новую ссылку.